Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальник», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас мы с вами провяжем вертикальную отделку листики на основе протяжек. Вяжется, как всегда, очень просто, выглядит эффектно. Начинаем вязать. Раппорт этого узора 12 игл. 10 сам узор и по 2 иголочки у нас стоят в заднем положении. Краевых может быть сколько угодно, поскольку это всего лишь отделочная полосочка. Начинаем вязание с того, что четырехугольным декером, либо если у вас в комплекте нету четырехугольного, 3 и 1, начинаем делать убавки внутри полотна на центральные 2 иголочки с одной стороны и с другой стороны. У меня в заднем положении по 2 иголки уже. 3 иглы. Центр. 2 центральные иголки. 2. На вот эти вот 2 центральные иголочки. Двухугольным. На самом деле количество игл может быть абсолютно любое. Если вам нужна широкая полоса, то количество игл может быть и не 10, а гораздо больше, и тогда наш листик будет шире. Так, и одна иголка. Теперь моя задача увеличивать количество петель в этом узоре. Берем иголки. Можем, кстати, перевить их, тогда будет более такой интересный вид. Можно этого не делать. Я перевиваю. Хотя можно, как повторюсь, этого и не делать. Иглы в переднее положение, потому что нам будет тяжело их потом доставать. И берем одноигольным декером. Последнюю протяжку подцепляем и обкручиваем ее вокруг декера в любом месте. Потому что, видите, двигается. И с правой стороны вот эту вот петлю, которая у меня на декере, навешиваем на левую иглу. Теперь то же самое повторяем с левой протяжкой. Берем протяжку, обвиваем ее вокруг одноигольного декера, вот она в любом месте, и навешиваю ее на правую иглу. Все ставим в переднее положение, чтобы машине было удобнее забирать. И два ряда. Ай-яй. Два. И дальше все совсем просто. Делаем расширение полотна за счет простых ажуров. Переносим петли. Иглы, освободившиеся, тоже ставятся в работу. Одна игла была, теперь две иглы. Можно и одной иглой двигать, у вас тогда ажуры пойдут не по центру, а по краю. Три иглы. И вот мы с вами вышли на то начало, с которого делали прошлый листик. Вот теперь начинаем делать обратную убавку. Берем четырехугольный декер и убираем назад иглы. Повторяем этот узор столько раз, сколько нужно. Еще раз скажу, что количество петель в этом узоре и количество провязываемых рядов может быть абсолютно любое. Вы можете убирать по 2 иглы, под петли по одной, через ряд, как угодно. То есть эти листики можно растянуть очень высокими, можно сделать наоборот приплюснутыми, если убирать по 2 иглы, например.
делать большую стяжку. И при этом листик, да, делать не 10 иголочек, а гораздо шире. То есть будет большой приплюснутый листик. Тоже вариант. Кстати, очень красивый и необычный будет. На основе таких вот протяжек, на каких-то ажурных вещах будет очень красиво смотреться. Отделка отличная. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И жду вас на сайте «Изба вязальник», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.